А вы знаете, как выглядит самая трогательная камера на выставке? Вот так. Такого рынок современных систем видеонаблюдения еще не видел. Компания DSL на выставке MIPS 2015 представила новые уникальные решения. Линейка камер персонального дизайна. Что это значит? То есть теперь производитель не диктует, как выглядит ваше видеонаблюдение. Оно выглядит так, как хотите этого именно вы. Хотите под кирпич, хотите подо льва, хотите у вас будет крокодил, хотите это будет космический корабль. Все, что вы не пожелаете, может быть исполнено и реализовано. При сравнительно небольшой розничной цене, она начинается от 12 900 за IP-камеру с ЦК-подсветкой, вы получаете ваш дизайн, тот, который не ломает вам весь интерьер, на который вы потратили миллионы рублей. Чем это решение может быть интересно вам, как производителю, монтажнику, торговой организации? Вы уходите из конкуренции в ценовом диапазоне, ваше предложение становится полностью уникальным. Вы запомнитесь клиенту и сможете предложить то, что не предлагает никто другой. Камера выполняет из современных материалов. Это композитные материалы, дерево, алюминий, пластик. Начинка может быть абсолютно любой. 1 мегапиксель, 2, 5. Все, что вы не захотите, может быть исполнено. Нужен микрофон, это тоже не проблема. Форм-фактор также может быть любой. Подробности вы можете узнать на сайте myactivecam.ru, либо у менеджеров, партнеров DSL.